Всем привет! Сегодня 18 марта 2018 года, воскресенье, день выборов. Сейчас пойду голосовать. Вот такая замечательная погодка. Вот я вышла на улицу. Смотрите, какая красота! Как везде у домов снежок почистили. Хорошо, прямо дорожки везде-везде очищены. Место, где мы голосуем. Здесь детский дом творчества. Здесь место для голосования. Там, конечно, мне снимать не дадут. Там охранник стоит. Музычка играет. Вот это урны для голосования. Да, поинтересуйтесь. Что хотите узнать? Я гражданин, местный житель. Пришла на выборы, там просто занято. Я вот решила пока подождать. Какой ящик? Вот первый или третий. Занято. Мой участок занят. Вот стою тут. Жду свою очередь. Вот такой у нас бюллетень для голосования.
Спасибо.